Итак, всем привет! Сегодня очередная посылка с Фаста. Дошла за 18 дней. В принципе, не быстро и не долго. Так, средняя посылочка сборная. Есть интересные штуки внутри. Сейчас будем смотреть, как она все доехала. Так. Вещи внутри по порядку. Так, это должно быть стекло на гоблина. Это то, что было в комплекте, у меня я чудесным образом расхерячил. Пришлось заказывать все запасное. Так, все хорошо запаковано. Будем сразу мерить. Вот такое классное. Смотрим, как оно подходит. А это 5-миллилитровое. Блин, сейчас, секунду. Я-то думал, что это на 3 миллилитра. Оказалось, это на 5. Ну, сидит лучше, чем оригинальная. Сейчас покажу, почему. Все четко, нет сосочков. Неплохо. Все подошло. Оригинальная, которая в комплекте идет, она немного уже и выглядит похуже. В общем, запасное лучше, чем оригинал. Вот так. Так, идем дальше. Дальше у нас степлер. Очень полезная штука. Сейчас он уже подешевел 2 раза. Заказывал его под ободон. Так как там алюминиевая резьба, думал, так будет лучше. Но ободон случайно был продан. Вместо него заказал пастигатор. Тоже, кстати, завтра должен прийти уже. Будет распаковка. Еще одна распаковка будет где-то в понедельник. Должна прийти посылка с клапурами. Клапур GT и новый бак Z4. Так, по качеству вроде бы ничего. Сейчас померяем все. Выглядит очень удобно его использовать с таким гибридным коннектором. Накрутил и забыл, сразу мех другой вид обретает. Вот, допустим, если брать гоблина того же самого с нижней заправкой, сюда очень удобно так использовать. Накрутил, ну вроде неплохо все. И дополнительное охлаждение, и удобство в использовании. То есть, если заправлять гоблина, его нужно всегда откручивать. А не всегда гибрид откручивается вместе с атомом. Здесь с кэпером такой проблемы не будет. Вот такая штука. Такой меч получается. Ну, нормально. Так, в сторону. Смотрим дальше. Так, это у нас Ктулху. Двухспиральный бачок с верхней заправкой. Будут обязательно обзоры на это. Через недельку, думаю. Так, зипчик. Дриптип на одном ринге. Сейчас просто посмотрим качество. Все ли целое. Такой бачок. Решила я попробовать его. Получилось ли у китайцев чудо, как с оркидом 4-м за 10 баксов. Чудесный бак вышел. Это чуть дороже, 13. Так, медный пин.
откручивается, откручивается. Так, здесь идет заправка. Да, если ты видите заусенцы, надо будет пройтись нулевочкой. Ну, в принципе, за такую цену. Спионерили систему с айфона 4. Так, оно все открутилось все вместе. Так. Все крутится. Неплохо. На $13. Так. Плюсовой пин не шатается. Это уже хорошо. Да, проточки тут серьезные. Заметил одного болтика, вот этого нету. Запасные хоть есть? Есть. 4 штуки есть запасных, хорошо. Разберемся. Кольцо ходит мягко. Даже на сухую, но оно прекрасно ходит. Все, с этим понятно. Все целое. И переходим к последнему лоту этой посылки. Это мутация 4-й версии, вариант мини, такой упаковки, зипчик с отверткой, сама дрипуля, больше ничего нет. Такая дрипка, такая маленькая. Почему взял такую? Потому что мне, во-первых, хотел посмотреть, во-вторых, большая, мне не сильно нравится. Прям вообще как бак выглядит только. Это все-таки более на дрипку похоже. Так. Качество отличное. Все ссылки будут в описании. Да, обработка отличная. Нет заусенцев нигде. На базе тоже ничего такого не вижу. Все красиво. Медный пин, мутация. Даже, а, дизайн USA. Так, ну что ж, буду пробовать мотать. Обзор на мутацию на Ктулху будет обязательно. Ждите. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить еще новые посылки. Я думаю, многим будет интересно посмотреть на новые девайсы от Клапор. NGT я сам очень сильно жду. В общем, будет интересно. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. До встречи в эфире.